Все по-спортивному? Ступенек нет. Хотели все, но в кабину легендарного КамАЗа сегодня попал только ректор. Воспользовался служебным положением. Этот многотонный гигант оказался в стенах вуза впервые. Я бы не выдержал 6-8 часов. На встречу со студентами-энергетиками пилоты КамАЗ-мастер приехали на самой что ни на есть боевой машине. Именно на этом КамАЗе они выиграли последний ралли Дакар. Кстати, здесь еще совсем свежие царапины и вмятины. Перед молодежью сегодня пилоты Айрат Мардеев и Эдуард Николаев. Для них эта встреча не только общение и селфи, но и воспитание. Чем похвастаться нашлось и у самих студентов. Сюрпризом для пилотов стала экскурсия по лаборатории. После такой 3D-проекции может появиться и первый КамАЗ-трансформер. Но пилоты уверены, эти машины так просто не сделаешь. Как-никак лучшие в мире. В этом году команде исполняется 30 лет. У нас юбилей. И поэтому, конечно же, для нас необходима была эта победа. 15-я победа. Больше всего интересно, с чего они начали, где они нашли вдохновение. Они общаются со своими же зрителями. Они набирают себе команду болельщиков таким образом. Уже скоро этот золотой бедуин поместят в зал славы КамАЗ-мастер, а команда начнет готовиться к шелковому пути 2018. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань.